Всем доброго времени суток, с вами Сергей Чураков. В этом видео я покажу, как пополнить счет кабинета через eWallet. Для этого вам нужно нажать «Мой аккаунт» и выбрать eWallet на iCash. После этого смотрите, что произойдет. Произойдет следующее. Нажимаете «Новая транзакция eWallet», вводите здесь сумму, ставите галочку «Я согласен», но имейте в виду, что с вас будет удержана комиссия 2 доллара. После этого, я просто сейчас только что сделал, я сейчас буду пополнять на 36 долларов этот аккаунт. Заходите в eWallet логин, я уже вошел. Значит, обратите внимание. Корзина. То есть у вас будет такое окошко, где будет уже выставлен счет, в данном случае 36 долларов и комиссия 2 доллара еще. Итого 38 долларов. Теперь дальше. Здесь есть отмена, если надо отменить, и выбираете здесь варианты оплаты. То есть с eWallet, у меня на этом счете eWallet 0. С банковского счета, с другого eWallet счета, то есть другого кабинета. Также денежный перевод, Kiwi, Alipay и более то. Я сейчас буду выбирать вариант другой счет eWallet. То есть так кликаем. Так, как вы видите, передрессовать счет написано. Здесь также комиссия за обработку 2 доллара. Итого 38 долларов. То есть ничего не меняется. Далее. Имя получателя. Имя пользователя-получателя. Здесь надо имя пользователя-получателя. То есть здесь надо указать. В кошельке есть номер, я вам сейчас покажу. И нажимаем продолжить. Значит, имя пользователя получается ID eWallet. То есть thank you, счет успешно переадресован. И пришло извещение. Так, извещение. Это кому? Это мне пришло. Извещение написано, то что я переадресовал пользователю такому-то оплатить такую-то сумму. Вот как раз в корзине уже указан этот счет. Мне предлагается сделать покупку на 36 долларов плюс комиссия 2 доллара и accept либо dislike. Я нажимаю accept. Окей. Так, payment accept, то есть принято. И далее. Выберите способ оплаты. Здесь как раз 48 долларов. И нажимаю. Так, еще извещение. Извещение о том, что пользователь, в общем, принял данный платеж. И здесь нажимаю «Выберите способ». Я выбираю уже eWallet, потому что на eWallet на этом у меня уже есть сумма. eWallet. Так, здесь надо поставить галочку, и здесь пин-код. Пин-код, который вы указывали на самом eWallet. И нажимаю «Продолжить». Спасибо за покупку. Ваш заказ успешно обработан. Ваш продавец был уведомлен о данной транзакции. Вот как раз еще извещение о том, что данный пользователь пополнил счет на 36 долларов. Итак, перейдем в мой аккаунт, обзор, и нажмем баланс. То есть в ближайшее время сюда поступит сумма 36 долларов.
то есть через несколько минут. Если понравилось, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!